полку, 3-й отряд. Майор 8 Тальгина. Значит, сегодня произошло загорание трех частных жилых дома по улице Скаловая. Значит, пожару был присвоен вызов номер 1 бис. Пожарные подразделения прибыли своевременно. И в наикратчайшие сроки пожар был локализован. Угрозы жизни людям отсутствуют, значит. Предварительные причины и находился ли кто-то дома? Значит, из жильцов никто не пострадал. Предположительные причины будут устанавливаться. Ну а что загорелось в первую очередь? По прибытию первых пожарных подразделений горело 2 частных жилых дома открытым и кровля 3-го жилого дома. На данный момент причины нет возможности. А вот вы назвали степень, это вот как вы можете объяснить, чтобы поняли, что за степень пожара? Это наиболее пожароопасные, то есть сами здания, они полностью деревянные.